Так, ребята, приветствую. Сейчас 8:09. В общем, с Жекой Евгением Харитоном мы опять вышли, так сказать, в поход. Полевой день, но не в свинячий голос. Вырезали. Я еще его жду. Там у нас соревнования, поэтому он маленько участвовал. Я их не очень люблю, поэтому не участвовал. В общем, попробуем тоже что-нибудь попринимать. Правда, такое время, не знаю, что получится. Ну, посмотрим. Такие вот рванины. Жду я Жеку. На велодромах мы отправились в очередное путешествие, скорее всего, за аэропорт. Там я попробую еще раз это ПСГ попринимать. Взял Texon PL600 и на длинных волнах на другом приемнике послушаю эфир. А вот и Жека валит. Красавчик. С кучей антенн, палок и прочее. Так, все. Так, ну что, приехали мы. Знает куда, извиняюсь за выражение. Вот эта сабатюра Евгений Харитон меня привез сюда. Обещал мне здесь эти горизонт. Ну, как видим, горизонта нет, одни деревья. Но я верю в то, что здесь что-то будет. Ну, кроме люлей. Значит, так вот мы с Жекой. Вот такая вот геморройная гора. На часах 10:20. Как раз для тропа самое оно. Так, ладно. Вот скорбы Жеки. А ну, Жека, дай я покажу эту хрень, которую я сделал. Жеки подогнал. Ой, извиняюсь. Так. Вот такая труба вгоняется в землю. Я сделал. Вот труба. Вот мачта. О, трехметровая получается. На ней будет висеть антенна. Вот. Покрутили, поработали, вытащили вместе железкой это все. И вот это ручки для того, чтобы она вытаскивалась. И все. И поехали. В общем, поехали. Здесь рядом аэропорт. Я тут надеялся самолеты фиксировать. Но, к сожалению, мы видим, как они только улетают отсюда. И все. Ну, а пока как-то так. Так, тут мне Жека показал, Евгений Харитон. Нет-монитор. Такая программа классная. Обалденная. Я как бы... Мы же радиолюбители, любим разного рода, так сказать, прием на разных частотах. В общем, нет-монитор мониторит GSM-вышки. И вот мы вылезли здесь, получается, на... куда мы вылезли? На горку, да? И интересно нам было посмотреть, насколько далеко мы будем принимать хотя бы ну, вот базовые станции GSM. Вот сейчас я покажу, насколько дальше... Какая там частота получается GSM? 1800. 1800, да? В общем, самая дальняя получилась... Сейчас покажу в ролике. Вот такой дрын, мачта, на ней прикрутили, да, антенна. Сейчас будем мониторить. Ну, скорее всего, восток пойдет. Больше тут ничего и не пойдет. Сейчас посмотрим. Вас приняло, Сольцу. Так, решил мониторить. Решил я. На КВ здесь шума нет, нормально. Но у КВ мы с Евгением Харитоном свой шанс потеряли. Поздно приехали. Ну, да. Попробуем мониторить еще эти метеоры и FM-станции. Ты понимаешь, да, видишь какой акцент? А русских же у нас нет здесь рядом. Ну, типа, как бы... Обычных русских. 4, 8, 2, 3, 8. Ростов сейчас не добивает на тройке.
Так, это у нас пираты, пиратские станции. Шведский полководец. Начинаем. Что это, Жека? Радиозвезда. Но это потому, что у тебя изолента на элементах. О, кстати, вот турецкий самолет. Смотри, стартует, Жека. Он нос. Чей хвост, господи. Вот слушайте, какой шум. О, стартует. Да. Сейчас полетит красавчик. Итак, продолжим, ладно. Русские снабжали деньгами, кормили. Кормили русские, на... да. Это был тонкий психологический ход. Давай на горняк. Нихуя, ничего. А у тебя почему-то ловился. А вот он уже у меня хороший приемник. Да не, ловится. Да ловится, да, понимаете. Так, давай что-то интересное. Что-то прорывается. Слышишь, прорывается. Может этот. Давай отражение от этих. Попринимаем. А вот пытаюсь. Настрою. Так, вот Жека. Метеоры. Отслеживаем метеоры. Приемник Пионер. Тот раз не писалось. Жаль, а хорошо было слышно. А это не по частоте рядом, не? Так сместись. О-о. Да. А ну попробуй как радар крутиться почаще. Явно что-то выхватишь. Но смотри, насыщенной станциями на западе больше, правильно? Вот на запад так и стоит. Так, это я. УР-3КПЦ. Кова. О! Кова какая-то была. Не-не, в горизонте.
это сгорел. СДР есть он, АДСБ. Ну да. Так, микроспорадик с Греции, да? Кипр, смотрите. Частота 92,8. Обратно. Ну, в смысле, не его, а все, пропал. Все. Долго? Долго, да, 3 часа. Так, вот мы мимо аэродрома лазим. Самолет. Красиво. Так, ну закончили мы эксперименты, конечно, но Жека неумогомонный. Евгений Харитон, он маньяк FM-двиксинга. И что мы видим? Так, труп куклы. Где-то голова подо мной. Да, голова. Вот у R3QC задолбался уже писец. И сейчас покажу самое орево. Итак, смотрите, вот Евгений Харитон на обочине дороги. Принимает станцию из Рио-де-Жанейро. Вот так вот Жека любит радио. Я, конечно, так его не люблю. Совсем. Ну, это, видимо, связано с тем, что я 20 лет. Ты видел бы их лица, Жека. Они такого не видели еще. Ну, в общем, вот как-то так. Ну, неплохо вылазка прошла, хорошо. Ни одной связи я не провел на 145. Ну такое, неплохо, нормально.